видели мост, 15 городов и более 4000 участников. В России прошел межрегиональный турнир по единоборствам «Герой Отечества», посвященный военнослужащим участникам специальной военной операции. Главной площадкой состязаний стали подмосковные люберцы. Масштабные соревнования объединили представителей тхэквондо, бокса, греко-римской борьбы, рукопашного боя и не только. Всего 8 видов спорта. Бал красный будет образован. Бал красный. На ковер приглашается Коновалов Зинуров. Когда мы все это планировали, мы планировали сделать это по одному виду спорта. А потом я подумал, что очень будет зрелищно собрать разные виды спорта. Единоборство, потому что в моем понимании это, в принципе, индивидуальный вид спорта. Это не командный вид спорта, это именно индивидуальный, потому что ты борешься с собой, со своим внутренним «я», со своей ленью. Соревнования действительно получились зрелищными. В каждом из городов проходили состязания по одному виду спорта. К примеру, в Люберцах – по рукопашному бою. Порядка 250 спортсменов, несколько возрастных категорий и всего 3 минуты, чтобы доказать, кто лучше на ковре. В этом бою с счетом 12-3 победа ничего, боец с красным поясом. В этом бою я считаю, что получше, чем в прошлом. Тут и борьба получалась, и в стойке работать получалось. Оцениваю вот этот бой, наверное, 7 из 10. Удары руками, ногами, бросковые приемы. Зрители турнира стали свидетелями десятка захватывающих поединков. Несмотря на результаты, можно с уверенностью сказать, все участники показали достойный уровень мастерства и настоящий спортивный характер. Сам начинай, рука-нога. Давай, начинай, хорош. Незначительное преимущество. Назад. Красным поясом. Синий. Что было самое сложное? Работа рук. Почему? На ковер приглашает тишабой. Немного. Как бы большое соревнование, мандраж. Сложно собраться с мыслями. Соревнования можно смело назвать уникальными, ведь впервые разные спортивные федерации нашей страны встретились на одном турнире. В планах организаторов сделать все возможное, чтобы такое масштабное событие вновь повторилось. Полина Петренко, Игорь Мухин, ТОТВ.